актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова. И, как всегда, мы говорим коротко о важном. Сегодня гость нашей студии – начальник службы спасения Республики Саха-Якутия Николай Находкин. Николай Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Николай Александрович, год заканчивается, пришло время все-таки подвести итоги уходящего рабочего, так скажем, года, определить те направления, которые были проблемными, поговорить о предстоящих вопросах. Вот таким образом первый вопрос. Давайте подведем итоги года. Ну, год выдался достаточно напряженный для спасателей, потому что были и природные ЧС, и техногенные. Поэтому спасатели работали на полную катушку. Это были, ну, как традиционно, весенние паводки, потом летнее половодье, перешло в осеннее. И даже некоторые населенные пункты до сих пор с высоким уровнем воды ушли на зиму. Это на северо-востоке республики. И вы знаете, были очень большие у нас лесные пожары. Поэтому, ну, спасатели работали от и до. Многие месяцами, ну, не бывали дома, ребята, с одной командировки в другую. И, конечно, у нас достаточно много работы было по поискам людей, которые потерялись в лесу. Скажите, пожалуйста, вот насколько хватает нашей службе сил и средств для того, чтобы справляться с поставленными задачами, с этими вот чрезвычайными происшествиями и так далее? Ну, в принципе, да, у нас просто огромная территория республики, и на одного спасателя приходится примерно 30 тысяч квадратных километров. Поэтому, ну, достаточно напряженно получается реагировать. У нас имеются отряды в Верхневилюйске, в Нюрбе, в Томмоте Алданского района, в Нерингри и в Среднеколымске. И поэтому, ну, реагировать приходится по всей территории республики. И поэтому, ну, скажите, а вот известно, что привлекаются по необходимости, да, и из центра коллеги. Ну, у нас есть здесь коллеги, вот федеральный поисково-спасательный отряд дальневосточный, он базируется в Якутске, и по мере работы, ну, вообще, когда поисковая спасательная работа проводится, да, нам очень сильно помогают местные жители. Скажите, вот действительно год был напряженный для вашей службы. Какие выводы сделаны? Изменится ли что-то на следующий год, я имею в виду, в плане комплектации, может быть, кадровой или технической? Необходимо ли это? В принципе, у нас, ну, укомплектованность имеется. Просто, конечно, хотелось бы иметь наши отряды для оперативного реагирования, ну, поближе к местам возможных ЧС. Это у нас вот есть горячий район на западе, на юго-западе, можно сказать, ну, в Ленском районе, в районе Батагая. И мы ждем с нетерпением, когда откроется Арктический спасательный центр в Тикси. А в следующем году, да, насколько мне известно, уже начнется подвижка в этой области? Но, ну, еще не откроется. Подвижки давно идут, но вот не знаю, откроется в следующем году или нет. Скажите, пожалуйста, ведь труд спасателя, ну, не каждый выдержит, да? Какие люди к вам приходят, какие требования к ним ставят? Это же должны быть самоотверженные ребята в такую профессию, чтобы прийти. Ну, в принципе, конечно, они должны быть очень подготовлены, потому что у нас, ну, самые экстремальные условия, притом во время ЧС это еще хуже условия бывают, и надо, чтобы человек не просто там сам выжил, еще оказывал помощь. Поэтому требования у нас достаточно серьезные. Это желательно служба в армии, высшее образование, и, ну, физическая подготовка. Ну и самое главное, чтобы было это, ну, внутреннее желание помогать людям. Скажите, а вообще насколько охотно наши ребята идут именно вот в эту профессию? Есть ли жесткий отбор? Есть отбор очень жесткий. Даже вот мои друзья, ну, как-то обижаются, наверное, на меня. Ну,
так как люди будут рисковать своей жизнью, жизнью других людей, поэтому мы отбор делаем очень жесткий. Вот в летнее время, если, например, мы проводили такие испытания, вот в точку А забрасываются 10 кандидатов-спасателей, угу. Они проходят 50 километров по лесу, они маршрут не знают, им на месте только говорят. И по прохождении из 10 мы берем одного или двух. Но их сопровождают как-то там же, чтобы не заблудились? Не их сопровождают, но вот мы проводили такие отборы, ну, как комплексные учения. Угу. Потому что через 5 часов после того, как эти волонтеры ушли на испытание, там идут настоящие спасатели с собаками. Они тоже, не зная маршрута, должны найти эту группу. А угу. над ними летают беспилотники, которые наблюдают и ту, и другую группу. Угу. И по пути мы испытываем и техники, и технологии для, ну, спасения людей. И, ну, человек должен не только, скажем, ну, физически готов или просто желание есть, но он должен еще уметь и должен расти, учиться. Скажите, а вот если посмотреть, женщины же тоже есть в вашей службе. Как охотно девушки идут в профессию? Ну, есть, у нас есть и очень отчаянные такие, ну, хотелось бы с навыками там, и альпинистов, там, и навыки оказания первой помощи. Вот, вот должны все спасатели уметь и... Как сказать, мы не делаем специальный отбор там девушек или... Нет, просто интересно узнать, допустим, много ли у нас женщин и вот как, насколько они охотно идут. Ну, желающие есть, мест нет у нас. Вот очень так. Жесткие. То есть укомплектованность полностью? Да, укомплектованность полная. И есть, ну, да, такая здоровая конкуренция. Я еще сказал бы, что, ну, подвержены спортивной и режиму. И это обязательно для спасателя. ЗОЖ. А, Николай Александрович, в прошлом году ваша экспедиция «Полюс холода соединяет океаны» выиграла премию Русского географического общества. Скажите, пожалуйста, в следующем году какие экспедиции планируются и планируются ли? Нет, я сам удивляюсь, как нам удалось провести эту экспедицию, да, потому что, ну, все карты сложились таким образом, что не было больших пожаров, наводнений в прошлом году, и было такое окошко провести экспедицию. На следующий год мы не планируем, к сожалению, да, но мы планировали бы внедрение технологий, которые разработали наши спасатели. Вот буквально недавно в Москве сборы Российского союза спасателей были, и там принято решение разработки якутских спасателей внедрять и в другие регионы. Угу. И в том числе в Главном управлении МЧС Санкт-Петербурга будут внедрять снаряжение, которое придумано здесь. Поэтому якутские спасатели не только здесь будут спасать людей, но и по всей нашей стране. Скажите, пожалуйста, а что это за разработки поподробнее? Ну, это вот буквально недавно получили патент на поисково-спасательное устройство «Маяк», которое позволяет искать людей в лесу. Если грибник заблудился, допустим, он же ищет как-то следы цивилизации, чтобы выйти к людям, переночует, и голодный, холодный, он бродит по лесу, и вдруг услышит, ну, гудки машины. Обычно же гудками собирает там ягодников, там, или когда домой выезжает. И поэтому он побежит со всех ног туда. А там стоит автономный гудок, называется «Можно «Маяк». Связаться будет, да? Да, нет, и там записка, что «Марья Ивановна, успокойтесь, вас ищем, сидите здесь и ждите спасателей». А такими маяками мы окружаем большую территорию, где потерялся человек, чтобы между двумя маяками не проскочил. Услышит гудок или слева, или справа, когда прибежит, тогда, ну, желание потерявшегося и желание спасателей, они как-то, ну, усилия объединятся, и человека можно найти быстро, не привлекая сотни людей для прочесывания леса, не привлекая вертолет, там, отрывать людей от работы и так далее.
То есть есть надежда на то, что все-таки благодаря такому устройству уникальному, да, мы будем быстрее находить наших потерявшихся. Скажите, а вот еще какие-то есть разработки интересные, да, но еще не запатентованные, о которых никто не знает? Есть. У нас же вот эти разработки делаются, ну, как бы на энтузиазме. Просто и средств иногда нет, чтобы, ну, отвлекаться на патентование. И ребята же это делают между... Ну, вот еще какое-нибудь устройство интересное тоже, которое актуально именно в наших суровых условиях. Есть очень актуальное такое устройство, но пока я не скажу, да, чтобы сказать ГОП, да, пока не перепрыгну. Нет, мы можем сказать хотя бы, в какой русло направлено. Год, ну, для поиска, надеемся удивить людей, которые живут в экстремальном климате, и подарить им разработку, которая будет нужна, ну, не только для экстремальных, скажем, у нас в любой сельской местности это экстрим, которого нет в другом мире. Ну, то есть связано это с пожаротушением, людей, с поиском людей, или вот нельзя, это, да, говорить? Это связано, ну, с улучшением качества жизни. Вот так. Людей. То есть на следующий год мы уже будем... И для безопасности. Ну, я надеюсь, постучу по столу стеклянному. Хорошо. Вот деревянный наш. Хорошо, будем надеяться, что в следующем году мы получим патент и снова станем, так скажем, узнаваемыми в этом плане. Николай Александрович, время эфирное заканчивается. Сегодня ваш профессиональный праздник, День спасателя, 27 декабря. Я вас поздравляю с этим праздником, ваших коллег. И, пользуясь случаем, вы можете также поздравить ваших коллег. Спасибо. Ну, дорогие коллеги, друзья, от всей души я поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю, чтобы было больше тренировок, меньше аварийных выездов. И своим коллегам, пожарной охране, которые 200 лет в этом году, пожарной охране Якутии, я хотел бы пожелать сухих рукавов, здоровья, семейного счастья, всего самого хорошего в наступающем году. Николай Александрович, благодарю вас за беседу. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был начальник службы спасения Республики Саха-Якутия Николай Находкин. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные темы. Берегите себя. Всего доброго.